стандартной комплектации мы устанавливаем кронштейн для воздушных и электрических перекидок немного выше, чтобы они не касались тягача и не перетирались. У прицепа Битюк комплектуется инструментальными ящиками Дакин. Рым-петли для морских перевозок мы привариваем, но оставляем отверстия для болтов на всякий случай. Полуприцепы Битюк комплектуются воздушной тормозной системой с полноценным ЕБС. Корзина для запасных колес делается для двух запасок. Одна с полуприцепа, одна с тягача. Как всегда, штатная комплектация полуприцепов Битюк крыльями производства Дамар.